12 лет вещал дождь и 4,5 месяца в Евросоюзе. Вот сравним. То есть ровно, <с 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 ровно, вот, вот ровно в 24 раза, 25 раз уровень демократии в Российской Федерации выше. Уровень толерантности, терпимости. Потому что то, что с, в эфирах этого канала выливалось на российское руководство, необоснованно. Э, на собственный народ. Ну, слушай,